И всем привет, ребята, подписчики мои, с вами я, Сонный Сэнди. И сегодня мы будем играть в необычный Бравл Старс. Приватный сервер Бравл Старса. Это у нас Ребравл Мод, который был как раз у GameMod 1. Я вот решил этот приватный сервер проверить. Когда я в ней видео играл, мне просто было шокировано. Вообще крутой приватный сервер. Там, правда, очень много бравлеров, да, необычных бравлеров. Я их вам сейчас всех покажу, да. Скоро будут ролики с монтажом, то скоро будет интро. О, кстати, смотрите. Во, смотрите. Также у меня тут есть свой клуб. Вступайте. Лично ничего нет. В принципе, тут вот. Ой, тики-то падают. Так, ладно. Ой, нифига себе. Тут весь Бравл Пасс открыт. Музыку пофига я отключу. Ни хрена себе. Охренеть. Вы это видите? В грузовской игре это есть? Не понял, тут реклама есть. Что за ерунда, вы это видите? Что это такое? Опять эта фигня с памятью. Уже хоть 2 минуты снимаю все равно. Странно. Ни хрена себе. Я вам покажу, что здесь. Вот, смотрите, это самый удивительный приватный сервер. Давайте как раз выберем вот. Охренеть, тут карт много. Очень много карт. Офигеть. Что тут? Чего? Охренеть. А блин, сколько тут карт? Перехват. Ой, старые. Большая игра. А тут Роборопа никак не сыграешь, да? Я хочу все-таки Роборопу сыграть. Входящих ничего нету.
Давайте сыграем в одинокую звезду. Проверим этого персонажа. Ой, как давно этого не было. Этих карт вообще не существует в оригинальном Brawl Stars. Ой, как лагает. Что это такое? Офигеть! Нани? Что ты тут делаешь? Отстань! Я вообще не понимаю, что происходит, ребят. О, поиграем за босса, ребят. Нихрена себе. Он может разрушать карты. Сейчас мы тут все нафиг разрушим. На, получай. О, мы даже Рико грохнули. Ой, Джина грохнули. Вот так вот. Ой, что за фигня? О. Отстаньте. Твой... Что за херня? Это кто такой? Слышите, кто? Готим. Иди отсюда. Чё, он никак не встанет? Ой, ёбаша! Кто это такой? О, зря ты сюда пришел. Но все тупо раскидываем. Что за ерунда? Вот так вот. Отстань! Да куда ты по... Ну все, получай. Все нафиг. Ха, лузер. Да что эта штука меня преследует? Кто это такой вообще? Ну тут мы все расколбасили. Вот так вот просто вот так вот сделаем. Вот так вот нафиг все расстреливаем. Отстаньте вы все от меня. Твою мать! Да что это за штука ко мне пристала? Вообще пофиг. Прикольный приватный сервер, мне нравится. О, давайте вот ограбление, праздник. Погнали.
несколько карток с огранём, и всё. Ой, нифига. На, всё к чертям. О, мы там его нашли. Оно ушло отсюда. Вот твою мать. Вот так вот все. Вообще офигенный приватный сервер. Скажи. Уай! Что за фигня? Пойдем другую карту рушить. Тупо крашим все. Вот этот вредный эльф. Сейчас мы ее вообще расфигачим к чертям. О, да, сейчас мы тут все разнесем. Так, эту карту разрушить к чертям. Какая следующая? О! Арканоид. Сейчас мы тебя расколбасим. Колбаси. Я не понял, что за фигня? Задолбала эта память.
постоянно надо чистить ее. Вообще нормально, телефон себе попрошу нафиг. Вообще говно телефон, ребята, не покупайте. Да-да-да! Ребята, извините, бомбит просто нафиг, чертя. Не понял, вы что, офигели? Не все отключили нафиг мне. Вы серьезно? Это что? Так, я пойду, короче, выкладывать это видео. Нет, это реально капец полный. Всем пока, подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Всем удачи.